Все точнёхонько по плану. Товар уже доставили? Только что! Превосходно! Единственное, что нам нужно, пароль от этой штуковины профессора. Я поработаю над ним! Не надо! Мои люди нашли, наконец-то, нужный нам рычаг. Пардон, просто это смешно. Босс, ваша веб-камера опять не под тем углом. Что? Удастся. Это техника. И голос у вас смешной. Я перезвоню. Профессор? Наверное, это они про Ковальски. Удача явно повернулась ко мне лицом. На этом грузовике приехал лазутчик. Ого, по-моему, меня раскрыли. Он должен быть где-то здесь. Найдите его! Фух, а ведь почти. Вот это подлянка. Несправедливо. Сколько можно? Thank you.
Надеюсь, в этот раз обойдемся без гигантских вентиляторов. Уф! Только обычные лазерные пушки! Сдается мне, что шахта эта ведет в гигантскую печь. Лодка. Так вот, как они протаскивают сюда оборудование. Давай-ка немного тебя подновим.
Так, представь, что это игровой автомат батискаф. Что вообще происходит? Моя подлодка! Теперь они не смогут протаскивать сюда оборудование, и я могу вынести вон ту армированную дверь с помощью этой машины. Тук-тук. Кого еще принесло? Oh!
реактивный ранец мой!